В Московской области эстакада Дружино-Боброво протяженностью чуть более 2 километров стала первой построенной за счет инвестора. Группа компаний ПИК потратила на ее строительство 2 года и 1 миллиард 750 миллионов рублей. По словам руководителя проекта территориального управления «Юг» по Московской области Сергея Караваева, это демонстрирует серьезность намерений застройщика по созданию комфортной среды для жителей. Хочется сказать спасибо всем участникам строительства за ваш высокий профессионализм и ответственный подход к решению поставленных задач. Отдельно хочется выразить благодарность руководству Ленинского района за конструктивный подход и поддержку наших проектов на территории муниципалитета. Эстакада станет частью дороги Дружино-Боброво-Лопатино. Пропускная способность участка составит более 2500 автомобилей в сутки. Сейчас готовится документация для передачи трассы на баланс муниципалитету. Валерий Венцель поблагодарил застройщиков за соблюдение повышенных обязательств. Он отметил, что подобные проекты, как правило, берет на себя государство. Начинаем. Запускаем. Туда. Раз, два. Эстакада Боброво-Дружино открыта! Всегда, работая с инвестором, говорим о том, что у нас правило одно. Объекты социального значения должны запаздывать с вводом жилья в эксплуатацию. И вот здесь вот хороший такой симбиоз, сотрудничество. Группа компаний ПИК выдержала все свои обязательства. И вот сегодня мы получили эту замечательную трассу. Я уверен, что на перспективу группа компаний ПИК, которая является единственным крупным застройщиком на этой территории, сельского поселения Булатниковское, и впредь будет выполнять свои социальные обязательства. А сегодня у нас действительно праздник. На торжественной церемонии открытия эстакады рабочий день Валерия Венцеля только начинался. Глава Ленинского района провел для журналистов специальный пресс-тур. Валерий Николаевич подробно рассказал представителям СМИ о разрешении дорожно-транспортных проблем. По его словам, улучшения в городе Видное будут иметь не точечный, а комплексный характер. Выезд 6-го микрорайона, это на трассу М4. Следующий, это расширение вот этой дороги Ермолино-Сапронова-Калиновка до 6 метров. И следующее — это обустройство и увеличение полос на, значит, круговом движении на пересечении Березовая, проспект Лейского Комсомола и улица Советская. Последний из запланированных проектов, выезд из деревни Тарычева, будет реализован в 2022 году за счет частных инвесторов. Основная и самая масштабная часть работ, связанных с улучшением дорожно-транспортной ситуации в Ленинском районе, завершится годом раньше. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.